Приветствую всех, кто смотрит этот код. Это Total War Shogun 2, легендарный уровень сложности. Фракцию Такеда с вызовом с первого хода война у меня со всеми. Без заключения каких-либо мирных договоров. А также... Я нанимаю только коней. Вот. Вот это все нельзя. Итак, что у меня тут происходит? На самом деле много всего. Ход обещает быть очень длинным. Восстание, во-первых, у меня в Иго. Причем здесь огромное количество просто восставших. За сопротивление захватчикам аж 18. Охренеть просто. Плюс опустошение, плюс у меня долбанули замок. Ниндзюка долбанула замок, который дает мне 6. Деревня Барукамин, конечно, нужна, но пока откажусь, денежки восстановлю. Вот в Ломе пускай строится. Также я решил, что мне нужно здесь будет много поддержки от легкой кавалерии, потому что ну, реально мне не хватает юнитов. Вот здесь вот стек. Здесь, как вы помните, я манал, здесь целая куча моря, немеренная просто. Потом еще хатори недобитые, а у меня просто пустые замки стоят. То есть реально сейчас я, конечно, имею какие-то войска, но, блин, жуть. Вот, значит, первым делом Ниндзюку отправлю шпионскую сеть создать. Не буду зря деньги тратить кого-то там. Да, здрасте. Кого-то пытаться остановить. Террасные земледелия им разрушили море. Но теперь, кстати говоря, так как раздел владений, то море воюет только со мной. И Яманал тоже воюет только со мной. То есть это дополнительная сложность такая. Здравствуйте. 4 отряда. Они идут на соединение. И тут сидит бич. Ну, до него я не дотягиваюсь, а вот до этого вполне. То есть у него, если какая-то мысль есть, плюс это дешевле явно будет стоить. И процентов больше. Версии не удалось, но охереть не встать. Так, ладно, что тут? Смута 32%, ну-ка нафиг. Давай-ка лучше я вот Ямато воодушевлю. Здесь никого, ну хорошо. Значит, староста поселения. Кавати, ну в Кавати кто? Вот этот не дойдет, этот тем более. То есть я думаю, что можно, конечно, его проатаковать, но я охренею такой армией брать этот город. И сверху, если что-нибудь выпрыгнет на меня внезапно, то можно огрести. Этих я не боюсь, они никогда никого не атакуют. Можно сделать следующее. То есть, если я сейчас вот сюда, да? Вот, сука, подожди. Еще раз. Во, вот эта точка. Вот эта точка. Вот сюда в засаду, если встать. Вот, то эти ребята, скорее всего, нарвутся. Даоми, я не знаю, дотянется он, не дотянется. Может, конечно, дотянуться, но он все равно может в засаду попасть, кстати говоря. Вот, а здесь я этих парней выведу, наверное, так как армия хаторевская здесь, то, скорее всего, проблем никаких не будет. Да, единичка. Так, здесь домик в горах, его сносим. Здесь тоже ставлю конюшню. Здесь конюшня, да. Потому что мне нужно будет много-много-много юнитов. На Иса. 5000 граблю. Домик в горах. Нахрен. Также в аварии у меня, по-моему, здесь лагерь стоит не в тему. И вот здесь я зачем-то еще лагерь, по-моему, где-то поставил. Тоже нафиг не нужен. Это что за армия? Это просто армия, которая идет на подмогу. Да, это хорошо. Вот, у меня есть 7000 сейчас, кстати. В Кай вернулся агент. Можно его засунуть в самую мою богатую провинцию Идзу. Вот. И у меня, кстати, Мацука не комплект. Интересно. В Южном Синана у меня есть агент. Он мне пригодится очень сильно. Так, я дотягиваюсь до сюда или хрен? Непонятно на самом деле, потому что... Вроде бы да. Или лучше в мины было засунуть. Эй, ну сука, ну.
Так, ладно. Этот парень в аварии идет, лучше в мины его засунул. Здесь у меня минус один, но минус один это нормально, это пройдет. Так, в эти сюда надо вот этого агента отправить. Вот, сколько здесь? Порядка ноль. Налогообложение включено, сейчас еще немножко починить разрушение, и порядка будет еще больше, то есть плюс два там где-то, да? Также мне нужно высадиться в сада. Я на конной тяге решил сделать пару торговых корабликов. На остров же надо как-то доплыть. Лошади они не очень. Парень, идешь в Мияги старостой. Отлично. Так, здесь, да, я вот агента сделал. Попробуем вот этого типа. Давай, давай, пошел, пошел. Отлично. У меня есть Мацука. Мне нужно два вот этих вот поселения замацучить. Почему? Потому что они одни из богатых. У меня Идзу, Удзен. Как раз и Мияги. Вот они. Четвертый. Нет, раз, два, три, четыре. Пятый, да? И в Оми у меня уже есть чел, да? Нет, нет, это ниндзя. А в Оми я отправлю как раз парня, которого в Суруги найму. Вот. Что у нас тут? Жертва покушения, хитрость нападения за города. Нападение, наблюдение за городами. Это денег больше даст. Он у меня туда пойдет. Отлично. Далее. В Хитате у меня есть лучники, конелучники. Я думаю, что вот эти две провинции я и так заберу. Здесь у них. Если вот эту армию я разберу, у них не сильно много войск, такая им останется. Они никак не успевают, к сожалению. Поэтому эти ребята идут на предмет высадки. Кстати, не знаю, если там целый стек стоит, как я буду брать, я без понятия. У меня биться-то некем. На самом деле. И даже нанять ничего не могу. Надо посмотреть сначала, что там, поэтому... Ну, я попробую Нидзюкой глянуть. Блин, это молодой какой-то Нидзюка. Во-первых, не видать ни хрена. Ну ладно, я его в корабль засуну, высажу там по-быстрому. Вот, а вот эти парни мне очень пригодятся при взятии Киото, потому что без лучников Киото брать будет очень сложно. Поэтому мне нужны вот эти вот ребята. Вот, и, кстати говоря, надо их больше. Пока не беру героя. Хрен с ним, короче, с этим героем. И с Сагами. Вот так. Все, у меня 2300 остается. Да, я знаю, что у меня будет восстание. Давай-ка вот здесь. Тоже сейчас захватим немножечко. Вот, забираю Нота, потому что Кага еще строится и занять без боя. Кага строится и не хочется как бы им мешать в этом нелегком деле. Вот, здесь минус 7, это означает, что будут проблемы. Ну, наверное, на следующий ход, не на этот. Все равно я налог лучше отключу и здесь. Видите, взял без... грабежа, но все равно большие проблемы. Но это из-за икаиковской религии, да. Хер ли ты скажешь, сделаешь. Здесь начинаются проблемы. Кстати, блин, минус 500. Ну да. Так, тут понятно все. Вот. Такие приколюхи. Значит, битва у нас будет сейчас здесь. Кстати, вот этот парень. Почему бы тебе не попробовать убить? Это как раз 600 рублей. Ясно, понятно. Покушение не удалось. Кстати, еще вот здесь Мацука есть, который... тоже идет. Вот эти два города закрыть надо. Угу. Монаха я хз, куда его отправить на самом деле. Посмотрим. Может, меня этот не выживет. Еще монах. Хрену. А хотя выживет он, не выживет, у меня вот здесь есть возможность нанять монаха, так что, наверное, он мне не понадобится. Но у меня сейчас 300 монет, я нового все равно взять не могу, поэтому пускай пока живет. Так, и битва. Давай сначала начнем с какой битвы? Вот с этой, наверное. Здесь тоже, кстати, минус налог. 175.
Здесь, блядь, пипец, короче, вообще. Грабишь, не грабишь, ну просто я очень быстро продвигаюсь. Ну, надо, конечно, дать какую-то возможность посидеть. Сейчас, подожди. Это мне все не нравится. Сколько здесь еще раз порядка? 3, да? То есть я могу, в принципе, вот эти 2 отряда забрать. Мне лучник не пригодится никоим образом. Я так думаю. Возьму просто героя. Вот, и вот так. Надо их сразу убить, чтобы у меня освободилась сразу армия. Вот. Раз, два, три, 4 лучника. Нагината Яри. Начальник нам. У меня вот только. Только катанщики. Ну ничего, зарубим всех. Херы нам первый раз, что ли? Я думаю, что здесь у меня не будет вообще никаких хитрых мегатактик. Хитрых мегатактик. Сейчас только надо дождаться героя немножечко. Самую чайную ложечку. Где он? Вот он. О, а куда вы бежите? Какая кавалерия хочет подраться с героем? А! Прикольненько. Ну, она не хочет подраться с героем, она просто не знает, что я здесь. Или знает? Не знаю, что они творят. Герой сейчас их разорвет просто. Еще из холма. Смотрите, как потекли. Одного убили. Нифига себе народу поубивали, слушай, 4. Вот так легкая кавалерия. Да, 4. Так, здесь есть второе дыхание, это очень хорошо. Каким образом будем действовать? Где у них лучники? Вообще их не видно. Ладно. Я вот сюда вот спрячу героя. Он потом воруется в тыл. У них есть военачальник. Нет, мне, короче, не надо драться, наверное, совсем на конях. Я думаю, мы сейчас вот так поступим. Вот до сюда добегаем и здесь спешиваемся просто. Так. Да, я понимаю, что вы тут. Это что такое? Ну. Герой. Начальник. Да, потери, да. Ну а что делать? И пока рано. Хотели моща же, ну так это что, еще один начальник.
Хорошо, они рубятся, конечно. Пойдем поможем, а то будут проблемы. На холме стоят, удачно очень. Господин, их военачальник мертв. Серьезный удар для врага. Встретимся на глобале. Ну, их было в два раза больше. Я потерял 230. Ни одного отряда не потерял. Все нормально. Получил опыт некий. И всех добил. Вот так. Все, и сел на табуреточку. Все круто. Все круто. У меня мало очень... порядка, но я думаю, что вот монах в этом поможет. Я думаю, до Иса дойдет и там что-то натворит. Плюс я могу всегда вернуться. Вот эти ребята выскочат, скорее всего. У меня есть какое-то количество ниндзюк. Наверное, помогут. Надеюсь разобраться с ХТКМ и надеюсь, что не очень скоро подойдут море. Также два отряда у меня идут. Да. Эти далековато еще. Ну, в общем, неприятная ситуация, должен сказать. Ну, теперь... осталось, наверное, на этот ход сделать только вот эту битву. Не думаю, что здесь будут проблемы. Почему я так считаю? Потому что... кстати, может из аварии. У меня в Оме есть? Нет, у меня налоги отключены. А в аварии тоже отключены, твою мать. Так, 175 рублей меня вообще не устраивает. Давай хотя бы 3400. У меня пускай будет. Надо же наниматься на следующий ход, ё-моё. Так, а сейчас я что делаю? Я ухожу. Этих я не боюсь даже так. И нападаю. Вот, здесь... Яри, Осигары, Яри. Самурай, два военачальника, четыре лучника. У меня вот этот вот тип... просто ахнунг устроит. Поехали. На бусиге. Я думаю, что большую часть этой битвы мне придется вырезать, потому что она будет довольно скучная и однообразная. Если, конечно, они сейчас в атаку не пойдут, что вполне может быть. Если они пойдут в атаку, другое дело. Но если они не пойдут в атаку, то я буду большую часть вырезать. Сейчас покажу, почему. Их не видать вообще. Так, давай-ка поближе. А, вон они. Ну, и они просто стоят. Ну вот, да, короче, получается так, что раз они просто стоят, то мне сейчас их выманивать потихонечку на себя надо, да? И потом вырубить столько, сколько я смогу, пока у меня патроны на этом отряде не закончатся. А потом точно так же подойти, просто прочаржить их в лоб спешенной кавалерии своей, и все. Сейчас я покажу общий принцип, а дальше буду выключать запись, потому что никто это смотреть все равно нахрен не будет. Вот, видите, я даже чуть-чуть не подошел, они решили выйти. У меня сейчас пойдет залп. Я сразу после своего залпа, вот стрелы полетели, сразу после своего залпа отступаю. Ни одна... стрела в меня не попала. Вот, я немножко с перепугу, блин, убежал слишком далеко. Не надо так убегать. Сколько здесь я убил? Ну, какое-то количество убил. Лучше всех растягивать. Ой. Чтобы все сразу стреляли. Ну, вот, в принципе, я могу так затроллить всех лучников. Даже не выманивая их, а просто расстреливая за счет... какая-то. Вот такой вот отряд конная кавалерия. Вредный. Что, по идее, они должны делать? Ну, по идее, у них в армии конница должна была быть. Иначе они конюков никак не догонят. Вообще не вариант.
Ну вы поняли, да? Если он слишком далеко отойдет, я зачаржу просто его кониной своей. Вот и все. Поэтому я сейчас буду вырезать до того момента, пока у меня патроны не закончатся на моих конилуках. Мимо, мимо. Нихера себе, а как это у него так получилось? Круто. Аккуратнее надо. Ну, в общем, вырезаю. Итак, закончились патрончики. Убираю я свою каву в лесочек. Конную, говорю, лучную. Все завалено трупами, видите, все поле просто. В лесу, везде, вот все просто. Вот. Но это вот бегали эти придурки за мной по лесу, я их со всех сторон чаржил просто, да и все. Такие приколюхи. Ну, в основном, конечно, беготня была именно лучниками. Заманивал. По пути расстреливал, такая дорожка из трупов. Потом они заходят поближе к моей кавалерии. Ха-ха, со всех сторон. Ну и все. Причем лучники, по-моему, даже всей толпой пошли. Ну, не толпой, там, по-моему, два отряда я по одному выманил, а потом... Это что у нас, самурай с Яри? Так, мне нужно не лезть на вот эту стену копий. Они, конечно, уставшие уже, но все равно лучше на них не лезть. Поэтому я просто тупо вот так вот обойду. Здесь еще долбаная какая-то срань. Куда ты? Я все равно построюсь так, как мне надо. Не буду вступать в битву, пока не стану удобно. Да. Оп. Еще немножечко чайную ложечку. Ну, то есть вы что, хотите сейчас вот... Ну, ладно. Как бы ок. Спешиваемся. Этих парней можно и объединить. Куда это вы? На. Так. Сигару Яри, самураи. Ага, ну то есть они даже этого бросили на произвол. Фу, мать. Так, не надо их немножко отсечь, а то они сейчас все убегут, я так чувствую. Эй, ну ёптить. Хорошо, хотя не сильно наскипетаренные, но... Господин! Близок час вашей славной победы! Вот такая вот какая-то срань непонятная происходит. Значит, раз и начали разбегаться. Ну, в общем, встретимся на глобале. Блин, знал бы, что они так жопу с кипидаром намазали, я бы, наверное, не слазил с коней. Потому что жопу вообще капец. Убежали, как я не знаю. Че, не дотягиваешь, что ли? Ну и жеванный крот. Так, я легкой кавой могу дотянуться, в принципе. Поэтому, что она сидела в Мияге, поэтому, как говорится, врешь, не уйдешь. Самое главное, агента шлепнул. Вот, отличненько. Значит, убили агента, убили Лентова. Армию. Все. Теперь у меня 341 монета. По-моему, я сделал все, что хотел. Давай я еще раз гляну быстро очень. По всем агентам, кто у меня еще никуда не ходил. У меня, по-моему, один единственный вот этот баба, Ясухару, никуда не ходил. Все остальное куда-то ходило. По поводу армий.
Да, здесь, наверное, будет битва. Тут не знаю, как получится. Здесь, к сожалению, не получилось задержать. Вот эти звездюки могут в любой момент ломануться вниз. У меня здесь ни одного суколучника, конелучника нету. Я, конечно, иду, но такое. Тут нанимаемся. А что здесь вот это вот? А, я же налоги поднял. Все правильно. Так, и восстание в одном единственном месте у меня. Ну, с японским богом, да? Море. Пока что не видать их на горизонте. Хатори меня Кай ломает, пытается. Вот я вижу краем глаза. Так, 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 куда ты ушел? Они решили отступить. Ну, можно понять. Так, так. Тебе что надо? Тварь мерзкая. Фу. Да чтоб тебя... Там Мацука вышел откуда-то. И здесь какая-то срань. Попытка диверсии в армию. Агент обращен, да. Повышение уровня Мацуки. Попытка диверсии. Растущее недовольство везде, это я в курсе. И восстание Ига. Угу. Ну хватит. Так, что у нас тут? Рукопашная атака всех отрядов, радиус обзора всех провинций. Нет, нет, благословение Матарасу, конечно. Же, смотрите, какая срань. Вот сейчас конец хода нажимаешь, и все, геймовер. Или все, херня, давай по новой. Так, да, тут все моргает. Ну вот это вот дело мы сейчас, наверное, стабилизируем. О, да. Не зря мы подогнали сюда монаха. Здесь... Да, здесь... Все неприятно, но в принципе я могу сейчас проатаковать. А если он уйдет, то я могу запрыгнуть. Так, то есть здесь тоже решим проблему. Вот этот типелла у нас что умеет? Ничего, но его надо подкачать, кстати говоря. Если я его подкачаю... А, ну ничего не будет, если я его подкачаю. Не нужен он мне здесь особо. Давай попробуем лучше грохнуть типа. Минус 300, кстати. Враг ранен. Ну, и то хорошо. И то хорошо. Есть. Теперь. Вражеская тварь какая-то тут. У меня был монах, по-моему. Который не доходит никуда, к сожалению. И, наверное, я этого монаха сейчас распущу. Он лишний мне. Ну вот, монаха я вот здесь, вот Дзене нового найму, он у меня будет как раз хорошенький. Прокачанный. Деморализация армии, обращение провинций. Что за обращение провинций? У меня нормально все с провинциями. Давай вот так. Не. А в принципе, какая разница? Какая разница? Гуд. Так. Падение будет туда. Ну, здесь как бы более-менее все понятно, что делать. Более-менее тут. А, я еще монаха могу сделать? Серьезно? А куда у меня еще монах делся? Странненько. Вот здесь надо, конечно же, делать. О! Блин, ну я вообще-то на засаду надеялся, но так тоже нормально. Так, а что мне с этими ребятами творить? То есть у меня есть вот Нидзюка. Я могу задержать вот этого, да? Ну, попробовать. Ой, хорошо. Хорошо, бахнул-то как, а? Вот этих, кстати, можно было бы и убить, наверное. Запарюсь, конечно. Но вообще, думаю, это вполне реально. Так. Тут очки мне надо... Надо атаковать, конечно, потому что... Потому что...
здесь у меня два порядка. Можно минус один получить. Вот сюда я смогу запрыгнуть. Сколько у меня здесь? Минус семь. Я вот не знаю, смогу я монахом сделать здесь нормально. Минус один. Ну, типа, да. Можно вот просто взять один ход, два хода. Вот этих вот двоих объединить. Типа вот так. И вот это 11 отправить сюда, чтобы он здесь восстанавливался. И в то же время порядок подымал, да. А тут более-менее такая целая армия, да? Вот это раз. Второе. У меня здесь лучник. Здесь можно взять Асигару, правда, я не уверен, что он мне сильно пригодится. Но, тем не менее, тут еще есть какие-то ребята. Здесь сколько? Минус один. Ну, сюда тоже можно кого-нибудь потом отправить. Или можно сейчас, знаете, что сделать? Можно попробовать еще раз ниндзя задержать эту армию, и тогда у меня будет целый ход. На все мои дела. О, отлично. Вот, пускай они оба два постоят здесь. У меня есть возможность тогда просто вот сюда убрать моего чела и получить денежки с этого. Да, еще нет, эти двое. Норм, сейчас я здесь с восстанием разберусь. У меня вот здесь еще есть две коняшки. Они не дошли, но ничего, так как эта армия все равно задержана. Яманал, обе две задержаны, то не проблема. Попробуй пока в Микаву прыгни, если дотянешься, конечно. Дотянулся. Вот, туточки мы проходим. Туточки мы проходим. Вот так, да. Что у нас тут? Восстание вот здесь планируется, да? Почему? Если я только что сюда одного типа... я понял, почему. Лучник не доходит. Здесь минус два. Ну, я могу, наверное, агента отсюда убрать, на самом деле. Минус четыре сразу. Меняю налог просто тогда, потом все равно он небольшой. И вот сюда тогда... подожди, какое? Я здесь уже... Я здесь уже и так монаха пригнал, вообще-то. Ну и что делать? Так. Твою мать, а? Так. Хитрость при захвате, тайный сыск. Здесь у меня налоги включены, выключены. Можно временно вот этого. Репрессии плюс 2. То есть в целом будет плюс 1, правильно? Правильно. Все равно он нифига денег не приносит. Сейчас вот все, плюс 3, отлично. Не приносит денег? Ни хрена. Все, не могу налог уже включить, который ход. Ну, потом сразу все принесет. У меня сейчас проблема не в деньгах. Проблема в том, что у меня армия в жопе. Я не могу дотянуть всю эту армию. Куда мне надо. Я нанимаю это в определенных провинциях. Только. Есть контакт. Далее. Здесь какая-то срань, которая мне жутко не нравится. Магамиевская. Ну, по-моему, там один отряд был. А у меня здесь твердыня с двух отрядов. Поэтому все должно быть хорошо. Знаменитые последние слова. Так. Заарестовать 78%. Заарестовать 78%. Ты дотягиваешься до Мияги? Вообще вопрос, у меня здесь налог включен? Нет. Как обычно. Ну,
Хер знает. Ладно, давай. Вот так. Молодец. Вот так. Пиндык мне полстраны. Без налогов сидит. Хотя нет, что, на самом деле-то немного. Так, здесь, кстати, можно налог включить, наверное. А я что, его отключал, что ли? Ёперный кипостос. Я его не отключал, походу. Сейчас такая огромная армия. 20, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, да. Я забыл здесь налог отключить. И вот эта срань сейчас нападет на меня. Ну, как говорится, кому легко. Ладно. Здесь тоже, кстати, прикольненько. Сейчас будет. Ну, здесь минус 3. Восстания не будет прям на этот ход, потому что было все нормально. Поэтому как бы ок. Я все равно дотягиваюсь, ниндзюку нет смысла засовывать в армию. Поэтому давай мы лучше пройдем, посмотрим, что там. Что это такое вообще? Вы видели, какая траектория идиотская? 11 тысяч, конечно. Привет, дорогой. Что ты здесь делаешь? Так, хочу я его задержать. Сколько это стоит? Давай посмотрим. 71%, 280 рублей. Слушай, хорошо. Хорошо, а чё нет? Почему бы нет? Подкачаемся сейчас. Плюс бахнул у него потери. Там вся фигня. Здесь по строительству. О! Рукопашная атака, да, говоришь? Так, сразу конюшни. Это первым делом, конечно. Давай, еды, кстати, сколько у меня? Нормально. Еды у меня... Вот, у меня 8 тысяч. Естественно, давай тогда уже наконец-то героя нашего сделаем. И еще всадника одного. Плюс с агами. Продолжаем такой вот набор. Два хода еще знаменитая мастерская делается. Зато здесь обучение лошадей сделалось. Поэтому можно делать огненную кавалерию с натиском 42. Это, наверное, максимальное, что я могу выжить пока что. Так-то вообще-то еще вот здесь вот есть... Доп. Урон при натиске плюс 2. Да. Но туда я пока не могу докачаться. Я в столице делаю огненную кавалерию, поэтому она по 3 делается. Если еще замок там поставить, то будет еще круче. Итого у меня 2 куска осталось. Видите, даже денег некуда и потратить, собственно. Сейчас попробуем тогда, раз такие пироги, сделать вот так. Буддийский храм. А на гостиницу уже не хватает, да? Тогда лучше гостиницу делай. Она 4 хода строится. Вот. Здесь рынок и храм, по всей видимости, будет. Блин. Мне здесь вообще-то не гостиница нахрен нужна. Мне нужно порядок здесь подымать очень быстро. Это трактирка, короче, поэтому. И буддийский храм. Вот, гостиницу потом. Два хода. Вот этих задержал. Море меня беспокоит. Где они? Что они? Ладно. Здесь надо уничтожить эту армию. Потому что бесит, реально. У них нету ни одного коняшки. Есть шанс, что я убью вообще всех. Поехали. Начать развертывание. К этим воротам, по всей видимости, я сейчас побегу. Надо очень быстро бежать. Безотлагательно. Вышек у них никаких там нету. Это самый голимый замок, который нужно только придумать. Откуда они идут? Вон они идут. Я вижу. Так, Кибатай, давай сюда сразу тогда.
Вот. Начальника сюда. Эти ребята будут встречать. Вот ты тогда полезешь конкретно с этой стороны. А вы двое тоже будете встречать. Сигару с луками. Немножко так. Ну, они близко уже, но... Чё это за трупы? Ой, не знаю. Это, наверное, от того, что оно взрывается как-то. Есть контакт. Прокинул. Не достаю. Ладно, выходи тогда. Все? Да. Победу мне. Ну что так долго-то? Вот. Все, теперь надо всех догнать, встретимся на глобале. Так, потерял всего ничего, 66. Это не то, что я не хотел просто брать этот город, потому что он, ну, блин, бесполезный для меня. Вот, ну, с другой стороны, армию-то я убил. Вот, единственное, что я беспокоюсь, что сейчас выскочит какая-нибудь срань. Ко мне сейчас не видно нифига. Но выскочить очень может. Надо будет ниндзюку, конечно, отправлять. Сейчас будет восстание здесь. Так, и сколько у ХТКМ осталось? У ХТКМ осталось 2, да? Вот это вот селение. И то. Так, давай, нападаем. Тогда на Магами. Он даже не отступает. Я думаю, я эту битву сам сыграю, но вырежу, потому что, ну, это гораздо легче, чем было в начале серии с ХТКМ. У меня по-прежнему есть всадники Такеда с луками, поэтому у них шансов никаких. Но встретимся, когда я уже их победю. Отличненько. Так, и можно на же налог включить, да?
То есть я теоретически, конечно, могу дальше пойти. Может, я этого хочу, я не знаю. Ну, в общем, нет, наверное. Я лучше посижу. Восстановлю порядок. То есть я могу выйти и получить минус 7. Охренеть. Давай лучше я зайду обратно, дождусь этого монаха, и потом спокойненько пойду, да. Плюс у меня здесь есть коняшка. Блин, ну денег нет на это дело, конечно же. Так, теперь мне остается еще разок проверить, какими армиями я ходил и не ходил. Здесь я задержал, по-моему, да? Здесь, да, я типа восстанавливаюсь. Плюс у меня вот эта вот армия должна освободиться. Я думаю, что Хатори на следующий ход закончится, скорее всего. Я так думаю. Вопрос, кстати, вот эти ребята. Если я отсюда выйду, восстания же не будет, правильно? Но я не могу их обойти, к сожалению. Атаковать на этот ход не можно, конечно, лучше получить восстановление и порядка, да, в Кага восстановить немножечко. Хотя там все хреново, но тем не менее, здесь персонажи 5, то есть если я выйду, будет минус 3. Ну, то есть пока что можно подождать. Предположительно, здесь на 2 порядка улучшится, будет 4. Если выйду, будет минус 1. И плюс еще вот эта штука. То есть на следующий ход я, скорее всего, смогу монаха отсюда забрать. Здесь не знаю. Конюшни строятся. Ну, ладно. В общем, денег все равно уже нет. Единственное, что я мог бы что-нибудь отменить, конечно. Поставить еще одного монаха, но нет. Я мог бы поставить не героя конного лучника, а, например, просто конного лучника. И тогда, да, можно монаха сделать. А монах у меня, ну, пошел, пошел, и типа там порядок навел, да? Ну, сука. Ладно, я одного туда тпшну уже, монаха. Обычного монаха делать не хочется, потому что он, ну, отстойный будет. Нормально, порядка-то не восстановит. А этому идти, блин, довольно далеко. На самом деле, что сюда, что туда. Домик в горах надо делать. Не всяких сомнений. Давай тогда уже. Хрен с ним, с этим лучником. Не домик в горах, а гостиницу. Домик в горах я посносил. Мне нужно уровень всех монахов. Да, вот гостиница. Вот так, да. Да, да. Ок. Надеюсь, сейчас море не выскочит ниоткуда. Поехали, конец хода. Как я про тебя забыл? Блин, надо было кораблики сделать. Ай, ладно, якорь, есть якорь. Так, здесь. Ок, ок. Восстание. А сколько время? Ой, да времени еще полно. Слушай, ну здесь не самая, сука, легкая битва будет, наверное, да? Не знаю. Посмотрим. Так, хорошо, что никакого тумана идиотского нету. Так, а вот этих парней сразу спешу. Вот, у меня есть еще два отряда огненной кавалерии, которые я, наверное, поставлю куда-нибудь сюда, потому что наверху от них толку не... Ёпта, я прям перед ними поставил. Так, да нет, их вообще до хрена со всех сторон лезет. Сигарус Яри, Сигарус Яри. Легкая кавалерия, Сигарус Яри. А где вы, начальник? А вот он. Блин, тут легкая кава, военачальник, еще какая-то срань. Давай-ка. Сейчас зарубимся с легкой кавой, но по идее должен их перерубить. Сигару с луками. Наш полководец в опасности, мой господин! Очень много лучников. Ну,
Ну, отлично. Сейчас, если убьем военачальника, можно будет отступить и потом заняться этими. Вообще огненная кава разметала два отряда легкой кавы. И военачальника заодно. Все, нет никакого военачальника. Идите в жопу. Так, есть. Разбежались. Кстати, еще и по 60 человек целеньких у меня. Круто. Здесь не забраться, походу, или что? Ёпта, еще легкая кава, да ладно. А там что? Еще легкая кава? А что, ее так много было? Я что-то даже не... Чаржик. Еще чаржик. А что такое? Бля, тут лучники. Сука. Так, минус легкая кава, отлично. Это кто? Вон там лучи какие-то, и вон там лучи. Отлично, значит, обходим все это дело. С ними, кстати, вышку займут, скорее всего. За мной носится. А, они уже наверх лезут. Вот сухи какие. Жги нахрен эту срань. Самый идиотский замок. С вышками здесь. Да, вы задрали за мной бегать уже. Захватил башню! Не знаю, не получится, наверное. Так, мне выщаржится разочечек у этих вот ублюдков. Так, что там? О, пойдем вот этих убьем, они, по-моему, в одиночку ходят. Я знаю, как здесь. А, уйди отсюда, короче, куда-нибудь спрячься. Вот просто надоело вас контролить, серьезно, мне уже не до этого. Вражеская башня разрушена. Здесь тоже захватили что-то? Спрятаться не получается. Так. Вот срань какая, ну. Наконец-то. Наконец-то. Вышку собирай. Так, тут мы... А где вторая у меня? Да ёб твою. Легкая кава его заметила, но. У них еще отряд легкой кавы есть. Так, это что? Сигарус Яри. Господин, мы захватили башню! Сразу давай огненные включаем. Заколебали реально бегать за мной.
Ну, здесь у них шансов нет. Кто тут еще хочет ко мне? Приармяниться. Эта срань даже не стреляет. Пес с ними. Потрясены. То есть вот это вот все, что осталось у них, по всей видимости. Это что? Сломлено. Пойдем. На копе. Так, лучники никуда не стреляют. Так, я могу сюда забраться? Ворота-то не захвачены пока еще. Ну да, по всей видимости, могу. Так, этих парней отсюда уберу, потому что не хочу, чтобы по ним стреляли. Здесь неплохо, расстрел пошел. Сигары с луками. Сигары с луками, ага. Псарик ползут. Сломлены говнюки. Господин, один из наших отрядов остался без боеприпасов. Очень жаль, на самом деле, потому что встретимся на глобале, потому что господин, придется их как-то догонять. Сейчас всех встретимся на глобале. Ой, хорошо, у меня эта кава выжила. Это прекрасно просто. Я думал, потерял ее навсегда. Диверсия. Ах ты, сука. Пытка диверсии. Идите в жопу. Так, где у меня диверсия? Что у меня диверсия? А. Минус 10. Там не плевать. Так, убить этих всех ребят, да, говорите? Ну, они, наверное, разрушат мне вот что-то тут. Там все такое. Трактир в нота. Минус 1. Это хорошо. Трактир в эти, да? Да. Вот, и здесь 4. Причем этот парень 5. Ага, восстание там планируется. Так, ну, здесь у меня как бы ноль было, по-моему. То есть, если я выхожу, то... То. Восстание есть или нет? Нет. Отлично. Отлично. Раз такая петрушка, значит, тогда берем вот этого типа, отправляем в нота. Вот эти вот два, напоминаю, поселения я захватывал без грабежа. И тем не менее, все равно срань с порядком. Это из-за Ика-Ики. Да тут грабить нечего было, поэтому как бы чего удивляться. Поэтому так, вот, все, восстаний никаких не будет. Отличненько. Правда, и денег не будет, но это мы сейчас поправим. Деньги будут. Садники такеда с катанами произвелись. Давай, нужно пополнение. Кровь из носа просто. Тьмы. Хорошо, здесь никакого Мацуки нет, который перехватывает все мои отряды по пути, блин. Вот бы жопа была. Так,
Так. Так, где еще? Вот еще какой-то отрядик. Наш ниндзя обнаружен, наш ниндзя обнаружен. О, так. Обнаружалочки. Сейчас, значит, надо Хатори убивать. Сколько там время? Ну, вот сейчас убьем Хатори и будем заканчивать. Так. Осинаторини. Что лучше мне с этой ниндзюкой сделать? Ну, для начала я его уберу с дороги, наверное, вот так вот. Макасины. А дальше посмотрим, кто еще обнаружен у нас. А, ну да, ну да. Что, дважды обнаружили, что ли? Ок. И вражеский ниндзюка обнаружен, да. Значит, здесь как у нас дела? Здесь у нас вон какая срань. Смотри, я до него достаю. Офигеть просто. Вот это вот я понимаю. Рейндж, да? У кавалерии. Минус один. Ну, все нормально. Я вот так вот легкую кау найму. Два отрядика и все. И не будет восстания. И даже налоги возьму. Так. Этот парень не умеет, по-моему. Перемещение с этим агентом плюс 7%. Да, но он сам как бы это... Давай лучше мне надо знать, что оттуда идет Хатагайма какая-нибудь прискочит. Еще чего доброго. И лучше потом после захвата Уга воспользуюсь услугами этого парня. Здесь вот этот товарищ у меня уходит. Удзен. Ну, кстати, он еще и порядка поднял. Вообще ништяк. А этот парень уходит в Мияги. Вот, уже лучше. Отлично. Они становятся на свои места, и у меня начинается хоть какая-то прибыль. Так. Если я отсюда выйду. Единичка. Гуд. Потому что мне в Воме надо запрятаться. Отлично. Прекрасно, великолепно. О, хорошо. Хорошо. Так, дальше. Это тварь еще тут ползает, а? Кстати, здесь следующий ход еще три огненных кавалерии будет, что тоже клево. Клево, да. Вот, у меня денег нет, я держусь. Сейчас деньги будут, когда я эти дзен разграблю. Вот, и на эти деньги можно будет что-то еще делать. Продвигаемся мы очень быстро, на самом деле. Тут надо атаковать сходу, без всяких там подпрыгов, потому что может очков действия не хватить. Просто сразу нажимаешь и все. Ладно, я хотел убить Хатори, да? Да. И еще я хотел... У Тига нанять кораблики, пока не забыл. Вот так, два торговых судна мне хватит. Отправлять буду по одному. И Нидзюка у меня вот сюда вот прямо подойдет, потому что он первый пойдет. Кстати, вот так вот, наверное, я сделаю, чтобы он опыт получал. И может быть, он качается скоро? Да нет, не скоро. А, блин, он мне нахрен не нужен будет, но все равно пускай так лучше. Выходить я не буду пока, потому что... А вдруг он уже сидит, блин, на высадке. С одной стороны, а с другой стороны... С кем ты тут торгуешь? Не показывает. Ладно. Да-да-да-да, я помню, Хатори, да. Что у него там? Три лучника, три самурая, Хатори с Яри, легкая кавалерия и... Говноначальник.
50 на 50, говорит. Ну ладно, ну прям уж 50 на 50. Прям таки уж и 50 на 50. Сейчас кого у нас это сольет, скорее всего. Балда. Хаттори Токитака. Блин, Хаттори, Мутори, слушайте, а у них, по-моему, последние даймё нифига не Хаттори были. Ну, имею в виду, фамилия другая была. О, дождь нормально, дождь хорошо. Дождь меня устраивает. Да, я чуть-чуть буквально расставлюсь, потому что... Потому что... Так, так вот даже сделаю, чтобы понятно было, кто где. Так. Это у нас что? Тори Яри. Яри, легкая кава. Лучников я не вижу, где-то в лесу, скорее всего. Ну, там, я думал, они все попутают. Нет, нормально. Так, ну пошли тогда. Нет, они все попутали, сука. Вот только группу расформировываешь, они все нахрен путают сразу. Местами. Да, вот, вот этого я ждал. Камон. Чаш с холма. Я держу подачу. Сразу минус десяток. И теперь добить их только если. Самурай Хаттори Яри. Самурай Хаттори Яри. Военачальничек. И что ты бежишь ко мне? Что? Ёперный кибостос. Секундочку. А это что такое? Дай. А, это луки? Больные что ли? Хоум, правда, такая себе. Атака будет. Давай-ка отступим. Где второй лук? Не понимаю я, что это было вообще с его стороны. Почему в рукопашную идет? Что за бред? Просто смотрю, чтобы все нормально было, блин. Моих коней рубить. Ну, сдохните все. Потери, потери, потери. Много потерь. Плохо, плохо. Ну, вот сломлен наконец-то. Конечно, пешком гораздо лучше. Что сделаешь? Так. С этими парнями мы будем пешком разбираться. Попробую обойти. У меня нету этого. Кто там орёт опять?
Чтобы бонус им не давать, блин, плюс 20. Где лучники еще? У них два отряда было. Понятно. Я, наверное, не успею. Нет большого смысла, и так его зарубят. Нету лучников. Может, я их убил уже и не заметил? Это многое объяснило бы. Господин! Их военачальник мертв! Серьезный удар для врага! Нет, где-то лучник их есть. Просто он забаговался, видимо. Надо его поискать. Где-то он есть. Ладно, подрежу. А вот он. Что он здесь делает? Хрен его знает. Господин! Близок да, час вашей глобально. Славной победы! Почти, говорит, поражение. Нормально. Такеда Такицугу. Чё это за парень вообще? Чё это за парень? А, ну ладно. Ладно. Кстати, я могу... Блин, как вот это случилось, я не знаю. Может быть, это баг такой, короче, что он сам... Я не помню, что я нажимал назначить наследником. Тем не менее, здесь у меня написано «Объявлен наследником плюс 2». Нормально. Ну ладно. То есть, это говорит о том, что эта кнопка была нажата. Либо мной, либо игрой. Так, сопротивление в провинции, захваченных этим воином. Давай. Потому что я сейчас буду как раз захватывать. Вот. Копашная атака начальников и охраны. Слушай, а я хочу, знаете что? Я хочу засады сделать. Вот. Поэтому сделаю одну вот так. И на следующий уровень я ночные атаки сделаю. Отлично. Чпоньк. Эх. 7900. Пам. Вот, здесь замечательно, кстати, все сразу надо чинить. Вот, тут вообще все четенько. Единственное, что надо еще конюшни отстроить, и тогда можно будет всадников делать. Да? Или подожди. А, не. Требования уже готово все. То есть я буквально вот сейчас починю и сразу могу всадников делать. Офигенно. Офигенно просто. То, что доктор прописал. Ну, нету, конечно, лагеря, но все равно это круто. Сразу меткость плюс 10, а чё? Вот. Так. У меня есть три ниндзя. Тремя ниндзями попробуем задержать вот эти армии, но меня все равно беспокоит. Вы знаете что, да? Если вот сюда нападет стек... Чё-то я очкую, мягко говоря. Можно из Оми перекинуть в Кавати. Так, 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 так. Можно будет напасть, если они не за... Потом уже тут два лучника. Подожди, а где три? Я же три отправлял. Или два.
По-моему, я отправлял 3. Здесь 1, здесь 2. А еще же 3 было. Или 3 я отправил наверх. Да, я, наверное, 3 наверх отправил. Да, все правильно. Вот сюда. Вот сюда я 3 штуки отправил. Вот они. Это когда у меня был бонус на производство этих самых. Так, ну, еще надо вот здесь вот битву провести. Но это я уже в следующей серии сделаю. Спасибо всем, кто смотрел. Это был Кот. Это Total War Сёгун 2, легендарный уровень сложности за Такида. Война со всеми с первого хода, никому никакого мира. И нанимаю только коней. Всем пока, лайк, подписка, все дела.